Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 3 2006 года выпуска, 2.7 турбодизель, полный привод. Пробег на автомобиле 155 тысяч километров. На этом автомобиле я заменю нижний рулевой вал. У них есть такая проблемка, он начинает простукивать. Ну, хозяин за автомобилем ухаживает, поэтому он этого не дожидается. Проходит какое-то время, 2-3-4 года, в зависимости от того, говорит, сколько я пробежал. Но в среднем, говорит, на 50-60 тысяч километров я его меняю и даже не пытаюсь дождаться стука. Долазим до рулевого вала и меняем его. Добираюсь до рулевого вала. Вот здесь экран. Откручиваю болт. Вот здесь болт сбоку. И еще у нас где-то... Вот он, третий болт. Вот этот. Также откручиваю раз гайку. Где-то у нас снизу. Вот она, вторая гайка. И должна быть у нас... Вот она, третья гайка. Вот эти три гайки и три болта на экране. Отворачиваю и отодвигаю экраны в сторону. И вот здесь за ними у нас уже вот он, часть рулевого вала. Сможем до болта добраться. Снимаю также вот этот пыльник. Здесь откручивать ничего не надо. Здесь он на четырех клипсах. Выдергиваю клипсы. Две сверху, две снизу. Вот экран сняли. Вот теперь добираюсь до экрана. Thank you.
Ну, а теперь отодвигаем экраны. Ну, частично я здесь отвел. Вал все равно выводить через низ. Вот здесь у нас нижнее крепление. Вот его видно. Но чтобы его открутить, мне нужно руль повернуть либо вправо, либо влево. Ну, поверну его вправо. Но перед этим сейчас опущу автомобиль и откручу болт верхний. После этого поверну руль и откручу болт нижний. После того, как я сниму вал, крутить руль больше нельзя будет, пока мы вал не поставим на место, иначе можно там, почитал, повредить. Вот наш верхний болт, который нам надо открутить. Головка на 10. Теперь поворачиваю рулем, чтобы у нас болт нижнего крепления в бок повернулся. Все, поднял автомобиль, повернул руль. Вот он, наш ключик, головка Е12. Болт вытащил, а теперь снимаем вал с рулевой рейки. Сейчас подберусь и собью его вверх. Все, вал я сбил. Thank you.
и выводим его вперед. Почему меняю вал? Крестовинка начинает простукивать. Беру новый вал. Новый вал оригинальный. Номер нового вала QMN500-250. Вот такой вот новый красивый вал. Теперь устанавливаем его на место. Посадочная здесь вот такой вот формы, поэтому промахнуться мы не промахнемся. Заводим болтом в сторону, как вот мы его для удобства откручивания. А здесь при повороте руля у нас из такого положения ушло вот в такое положение. Вал посадил на место. Устанавливаю болт. И закручиваю его. Болт затягивается 30 ньютонометров. Ну все, как видно, стоит на месте, затянут.
теперь отгоняю верхнюю часть. Все. Опускаю автомобиль и поворачиваю руль на место, чтобы закрутить верхний болт. Потом уже установлю на место экраны. Сейчас пока этого не делаю. Ставим на место болт. И перекручиваем его. Берем динамометрический ключ и затягиваем 30 ньютонометров. Все, вот таким образом установлен вал. А теперь ставим на место экраны. Наживляем и закручиваем. Ну и также вот этот нижний экран тоже закрываем.
И все. На этом замена рулевого вала закончена. Всего вам доброго.